Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как олигархический прислужник Савид Шустер и его передача «Свобода слова». Считают, что более фантасмагорического сюжета для Украины не придумаешь. Человек, которого выгнали с позором с Украины при Петре Порошенко, человек, который лишился, грубо говоря, тут в Украине всего, начал опять вести передачу «Свобода слова» у олигарха Ахметова, который заставляет его приказывает ему, чтобы он приглашал всяких бывших политиков, таких как Порошенко. И этот на голубом глазу с Порошенко общается, как будто никакого конфликта у них и не было. И пытается, грубо говоря, своей передачей обелить его человек, который назвал свою передачу «Свободой слова», не пускает в эфир народного депутата Украины. Человек, который тут его приняла эта страна, дала ему такую возможность снова и снова работать, не пускает на эфир народного депутата. Где у такой стране это могло быть? Это просто фантасмагорический сюжет и неописуемое безумие страны под названием Украина. Считаю, что полностью тут взяли верх олигархические кланы, олигархическая система, которая полностью все узурпировала под себя. Такое мое субъективное мнение. Всех благодарю за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. Всем благополучного дня!